Научно-образовательный центр фармацевтики Казанского федерального не первый год синтезирует потенциальные антибиотики. Каждый из разработок требует тестирования антибактериальной активности и выяснения, насколько безопасно использовать их в составе клеток, а именно клеточных биопленок. Большинство антибиотиков, которые используются на сегодняшний день, довольно активны против легкодоступных бактерий. Но проникнуть антибиотику под защитный слой биопленки по-прежнему проблематично. Пообщавшись с одним из ученых Казанского университета, нам удалось выяснить, как представители научно-образовательного центра фармацевтики предлагают решить данную проблему. Старший научный сотрудник рассказал нам, зачем ученые синтезируют отдельные классы антибиотиков и о каких результатах уже можно смело рассказывать, но не обошлось и без трудностей. А вот те соединения из того класса, который синтезируется в нацфармацевтике, они вот как раз показали свою активность в отношении клеток в составе биопленки. Поэтому нам как раз с ними интересно работать. Единственный недостаток пока – это их достаточно высокая токсичность, и это ограничивает прямое использование в медицине или ветеринарии. Стоит принять к сведению, что количество существующих классов антибиотиков довольно большое, и каждый класс уникален по целому ряду причин. Существует достаточно большое количество классов антибиотиков, и способность их проникать в пленку, в биопленку бактерии, определяется несколькими факторами. Во-первых, это размер антибиотика, а во-вторых, химическая структура, химическая природа, заряд, гидрофобность. И если они связываются с компонентами биопленки, следовательно, они не могут проникнуть внутрь. Работы с новыми видами антибиотиков и биопленками, пожалуй, ведущая сфера деятельности лаборатории. Ученые убеждены, что наилучший вариант действия новых препаратов – это не что иное, как разрушение биопленки. Планируется, что новые лекарства будут иметь куда более меньшую токсичность. Не остался в стороне от проекта и химический институт имени Бутлерова Казанского федерального. Наши химики регулярно поставляют медикам новые потенциальные антибиотики и биоциды. Некоторые, в принципе, представляют достаточно большой интерес и должны проводиться дальнейшие доклинические исследования. Также с другими коллегами, также из химического института, мы сейчас начинаем работать с группой соединений, которые способны усиливать действие известных антибиотиков. Ученые планируют не только уменьшить токсичность новых антибиотиков, но и хорошенько доработать уже известные. Так что как только им удастся успешно синтезировать несколько веществ, эффективность разрешенных препаратов повысится аж в несколько раз. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.